Суд пересмотрит дело бывшего гендиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода. Руководитель может попасть за решетку. Напомним, в декабре 2014 года бывшего руководителя завода и его заместителя арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочий и отмывании денег. Сотрудниками ГУМВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УФСБ установлено, что обвиняемыми была создана подконтрольная фирма «Торговый дом» Усть-Катавский вагоностроительный завод в городе Москве и заключен договор с основным предприятием на подставку продукции по заниженной цене. При обыске у них изъяли валюту и коллекцию драгоценных монет. По версии следствия, злоумышленники нанесли ущерб предприятию почти в 660 миллионов рублей. Также выяснилось, что Абрамов может быть причастен к незаконной передаче в собственность третьих лиц котельной. Предприятию был нанесен ущерб 17 миллионов. Позже суд закрыл это дело в связи с истечением срока давности. Но прокуроры добились, чтобы материалы рассмотрели повторно.